правильному углу. Это невероятная феерия, которую ни с чем нельзя сравнить вообще. Когда вы на своем месте, в свое время занимаетесь тем, во что вы верите, и так, как вы хотите этим заниматься, вам вообще ничего не нужно. Вот просто ничего. Не разгоняться, не тормозить, вообще ничего. Это момент максимальной цельности, максимальной силы и максимальной энергичности. Да? Мне это очень понятно, потому что я очень много разных состояний в жизни прожил. У меня были дни, когда я просыпался ночью, потому что родители не выпускали меня заниматься по ночам, находил ключ, где они спрятали, открывал, шел бегать, растягивался, все такое. Да, да. Банальный пример. У меня был случай в жизни пару лет назад. Я сижу, мне очень хуево. Я в Самаре. Я не могу себя заставить ничего делать. Я выпил все, что можно. Это нельзя мешать друг с другом. Это нельзя мешать друг с другом. То, что я выпил в тот день. Все известные стимуляторы, которые есть, которые даже один с другим нельзя мешать, я выпил 10 штук. В больших дозировках. Я лежу и просто, нихуя не просто смотрю в потолок. У меня высокое кровяное давление, у меня высокий пульс, у меня вот такие вот глаза, у меня вот штанга, приседания, дорожка, мешок, книги. Я нихуя не делаю. И мне просто насрать. У меня внутренний такой диалог, я просто говорю, братан, Арсен, дорогой, ну, пожалуйста, я умоляю, давай что-нибудь поделаем. Вторая моя часть такая, ну, почему? Ну, пожалуйста, это же так круто. И моя вторая часть. Не хочу. Ну, почему? В общем, это вот идет. И этот день, этот случай, он показателен, потому что я реально взял просто все, что можно. Ну, вообще нельзя, это все нельзя там. И мне приходит сообщение от подписчицы. Привет. А ты не собираешься в Киев? Было бы неплохо. Я просто все, пошел там бегать, тренироваться. Вот так, я прям вот скачил, и вот я потом, я уже гуляю по набережной, ебать, и вот это и есть открытие, это и есть понимание в такие моменты. Я на всю жизнь запомнил и понял, насколько триггер превалирует над всем остальным. Триггер, он буквально поэтому так и называется. Это спусковой крючок, это спусковой механизм. Без него это не выпущенная стрела. Вот помните, я говорил, в 2016 году у меня фильм был, я объяснял, что все, что вы делаете, это вы натягиваете тяжелую, натягиваете. Блядь, отпусти ее, пусть стрела уже полетит. Нет, я сейчас еще натяну. То, где мы находимся, то, какие у нас есть стимулы, то, какие у нас есть ожидания от жизни и желания, многократно важнее того, что мы с собой делаем и как мы себя заполняем. То есть человек, который бежит к своей цели и чувствует свое приближение к цели, он испытывает такие силы, которые невозможно создать, когда человек бежит не к своей цели и даже к ней, в общем-то, не приближается. Я много раз приводил примеры, когда два бойца, абсолютно изнеможденных, абсолютно уставших, а их шатает, они стоять ровно не могут. И вот один второго задевает каким-то кривым говном, боец, которого попали, рушится на землю, и тот, кто попал, вот так вот скидывая брови, выпечив глаза, подбегает и добивает его с такой силой и скоростью, как будто бы вот он в первом раунде первые секунды. Откуда это взялось? Блядь, ты на ногах не стоишь. Вот откуда это берется? Это сила энтузиазма. Ищите энтузиазм. Не существует ресурсной базы, которая может скомпенсировать отсутствие энтузиазма. Не существует. Если одержимости богами, одержимости силой богов, одержимости энергии богов нету, все остальное бессмысленно. То есть первый вопрос, который нужно решить в жизни, это найти, в какой точке планеты, в каком окружении у тебя повышается энтузиазм. И только там прикладываться. Вот я, например, полтора года жизни ушли в помойку, знаете почему? Потому что я пытался выстроить режим и регулярность, и все такое в Самаре. Я очень устал от переездов, я очень устал от документов, все такое. Меня заебало, я говорю, окей, ладно, пизду. Я нигде не могу нормально задержаться. Сейчас в Самаре оборудую зал, оборудую библиотеку и буду работать, тренироваться здесь, то есть нормально.
Типа все под контролем. Полтора года в помойку. Почему? Для меня лично зона антиэнтузиазма. Людей, которые мне нравятся, нету, перед которыми нужно будет себя показывать. У меня только одна мотивация в жизни — это показывать себя, поддаваться. Я самый умный, самый крутой, самый богатый среди всех, кого я знаю. И я могу позволить себе встать и ничего не делать. У меня нету никаких обязательств, еще чего-то. Все, полтора года в помойку. А были и другие моменты, да, были и другие моменты, были и другие места, были и другие люди. То есть, вот, например, когда я с Магой, с Альфредом, мы в Москва-Сити жили всего лишь месяц вместе, это была просто аномальная зона энтузиазма. Просто аномальная. То есть собрались реально все факторы для того, чтобы меня перло. Нам каждый день в квартиру приходили незнакомые люди. Интересные блогеры, какие-то творческие люди, фотографы, еще что-то. Я ездил постоянно, просто пол Москвы объездил, еще что-то. Постоянно люди, постоянно юмор, смех, тонус. То есть это просто была ебаная аномалия. Бермудский треугольник, уральские магнитные знаменитые залежи железа. Да? Соответственно, и первая задача, которую нужно решить в жизни – искать место и искать людей, рядом с которыми энтузиазм рождается сам. И, конечно же, простой закон. Если энтузиазм не рождается с первой секунды, он не родится никогда. Вот ты зашел в квартиру, купить или снимать, не чувствуешь чего-то, не почувствуешь никогда. И так везде, и так во всем. То есть знакомишься с человеком, не зажигает, не заряжает. Этого не будет. Этого не будет. И я хочу, чтобы вы немножко задумались над своим уровнем нормы. У нас, как бы у всех, базовая норма — это нейтралка. То есть ты пообщался с человеком, не зарядился и, в принципе, не просел. Как ты с ним пообщался? Нормально. На самом деле плохо. Ты с ним пообщался плохо. Что отличает людей, которые плохо живут, от людей, которые хорошо живут? В первую очередь. Это представление о норме. Когда я своему отцу говорил 16 лет, почему мы не можем жить богаче, еще что-то. Мы и так очень хорошо живем. Посмотри, вот у нас соседи давятся дешевыми помидорами, а у нас на столе только хорошие помидоры, самые дорогие. Я говорю, это понятно. А можно путешествовать? Можно уехать из Самары куда-то? Ты посмотри, и там дети в Африке голодают, он путешествовать хочет. То есть у моего отца норма — это хорошо. Вот норма, в которой мы находимся, — это хорошо. Кто совсем плохо живет, у них не пиздец, это уже хорошо. Те, кто хорошо живут, у них хорошо, это норма. Это норма. И вот я вам дарю простую вещь. Общаться только с теми людьми, от присутствия которых улыбка сама поднимается и настроение улучшается. Неважно в чем. В бизнесе, в работе, где угодно. Я вот очень у меня простое правило. Если с человеком у меня нет коннекта, я не улыбаюсь, я не чувствую легкости, мне не прикольно, независимо от того, какой он крутой специалист, как пиздато с ним будет на бумаге, и вот как это все сулит, еще что-то, я не работаю. Я не работаю. Все разы, когда я этому не следовал, мне было плохо. И когда так начинаешь делать, ты не замечаешь, как ты становишься очень энергичным, очень активным, энтузиазм пропитывает тебя, проникает в тебя. Понимаете, вот так вот, дорогие друзья. Поэтому триггер гораздо важнее. Можно с голой жопой сколотить бизнес. Можно с голой жопой стать чемпионом мира. Все в этой жизни можно сделать, если энтузиазм проходит сквозь себя, наполняет тебя и пропитывает тебя. Ты преисполнен энтузиазмом. Это бесконечный источник энергии. Энтузиазм просто расчехляет вот эти бездонные запасы, которые в нас есть. И энтузиазм, его особенность. Чем энтузиазм отличается от тревожности, от вынужденности, еще чего-то? Энтузиазм работает как аккумулятор и генератор в автомобиле. Он заряжает тебя. Ты работаешь и наполняешь. Ёб твою мать. Работаешь больше, еще больше наполняешься. Ты не можешь устать. Это очень большая проблема. Лениться, валяться, ничего не делать, когда ты наполнен энтузиазмом. И ты идешь, ты становишься здоровее, ты становишься ярче, ты становишься моложе, ты работаешь, это делаешь, работаешь — это не то слово. Вот оно, что это такое. То есть пока ты работаешь, пока генераторы генерируют, аккумуляторы аккумулируют. Человек, который наполнен энтузиазмом, он не дряхлеет, он не стареет, он не истощается. Вот я всегда думал и удивлялся, вот почему
так можно уставать от самой школьной домашней работы или там уставать за 5 часов в офисе, а можно просто какие-то чудовищные переваривать физические, ментальные, там, психические нагрузки. И это удивительная вещь. Никакие калории, никакие углеводы. Вообще люди застали слово «энергия», возможно, даже хуже, чем застали слово «отношения» и слово «любовь». Да? То есть я хочу выпить кофеин для энергии. Да? Настоящая подлинная энергия, единственная, которая есть, это энтузиазм. Когда человек на энтузиазме, он Святым Духом может питаться, его на все и всегда и везде будет хватать. Когда у человека нет энтузиазма, он источен, его не наполняет и не наполнит ничто и никак. Можно спать неделями по 8 часов под мелатонином в закрытом проветриваемом помещении на правильном ортопедическом белье, шелковом постельном, правильной подушке, нихуя не будет. И, конечно, я вам говорю, точка номер 0 — это найти, обнаружить, детектировать и перенести себя туда, где энтузиазм. Все остальное приложится. Нет энтузиазма, все остальное бесполезно. Это точка номер 0. Тогда все пойдет, тогда все будет классно. Господа хорошие, вступайте в базу. Нас 32 500 человек. А 3 недели назад нас было всего ничего 12-14 тысяч. Тот хайп-трейн, который сейчас набирается, вы даже не представляете, что это такое. Какое количество известных медийных людей, селебрити, исполнителей, бизнесменов отметились ее чтением. Запрыгивайте сейчас, чтобы потом говорить, что вы были олдом, офицером до того, как стало мейнстримом. Добро пожаловать к нам!